Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Angry Birds 2. Так, посмотрим, что у нас здесь. Обычный сундук, естественно, мы его сразу же открываем и нажимаем вот сюда. Магия, да, нам выпала. Ладно, хорошо, я продолжать не буду, я гемы приберегу. И мы с вами приступаем проходить основную сюжетную кампанию. Так, я даже забыл, на какой мы с вами миссии находимся. В данный момент у меня почему-то открыты синяя троица. Так, подарок получен. Крисси оф Прей. От него, что ли, да? Спасибо тебе большое, бро. Так, и в данный момент я нахожусь на 31-й миссии. Естественно, будем с вами играть. Так, выбери заклинание. А чё, почему я должен? Что это за странные дела такие, что я должен выбрать именно магию? Ладно, хорошо. Обучение, да я видел, что делает этот пистолет. Что он мне показывает? Большие головы, да. Так. Хорошо. У нас еще один свинотник, вон там он сидит. Спрятался, он думает, что ему все это выйдет. Ну-ка, давай-ка. Вот так я сделаю. Ну, бомбим. Ядрёно уж, хорошо получилось. Победа птичек, мы переходим с вами на второй этап. А их тут три, оказывается. Так, ну тут свиньи и так. Так, ребят, смотрите, у меня троица. Я не знаю, каким образом они у меня открылись. Я ключей на них не находил. Я находил на них головные уборы. Может быть, за счет этого они. И, кстати, я их даже не испытывал. Что они делают, я даже не знаю. Но, наверное, делятся. Чё? Ты серьезно? Да, друзья мои. Урон, конечно, от них очень крутой. Вы сами только что видели. Давай, Терренс. Бамс, молодец. Надо было, конечно, вот это яблочко тебе прихватить. Но у него не получилось. Так, а вот здесь, наверное, нам понадобится Матильда. Наверное, я не уверен. Боюсь, вот этот вот вентилятор ее сдует. Сдует или нет? Я успел в последнее мгновение бросить яйцо. Из-за этого получился такой взрыв. Но, тем не менее, мы прошли этот этап. И у нас последний, заключительный. Этот домик мне будет мешать, судя по всему, да. Поэтому мы будем брать бомб. Если его вон туда вон запульну и взорвусь тут же. А ну. Есть. Ничего не помогло этим свиньям выжить. А мы с вами прошли страйк. Ух. То есть, подожди-ка, а у меня и на серебрянку, по-моему, найдена шапка, поэтому она тоже у меня должна быть в игре. Так, Евгений, Вова Данилов и Саша Сидоров. Замечательно, все очень хорошо. Кстати, друзья мои, я... Да понятно, ты вечно мне этот бонус даешь, вечно. Так, мы переходим с вами на 32-ю миссию, и я хотел тебе сказать, что у нас с вами прокачана в данный момент рогатка первого уровня. Как это все получается? Если мы находим с вами полностью сет, да понятно все это. Если мы с вами находим полностью сет шляп, так, что такое космос? Подожди, а где у нас возможность? А, вот, магазин шляп. Смотрите, в чем суть. Вот. Я выбирал обычный, да, и вот на всех открыл, шапки купил, да. Теперь, если, я думаю, мы с вами приобретем комплект шляп школьной, да, все 7 штук. А мы их приобретем прямо сейчас, потому что у меня бусинок хватает с учебником на голове. Ред такой у нас, да, студент. А это что, что это за колпак такой? Магистр, что ли, каких-то там? Так. Сейчас мы посмотрим с вами, что у нас получится. Будет ли прокачиваться до второй ступени наша рогатка или нет? Комплект собран. Да, ребята. Он получает у нас второй уровень, серебро. Соответственно, все получают по уровню. Отлично. У нас с вами еще до сих пор много бусинок, поэтому давайте-ка докупим то, что у нас нету. Так. Шапка-торт. Господи, придумай же. Дальше на серебрянку и на Терренса. Такая маленькая шапочка. Соответственно, мы с вами получаем, наверное,
Да, третий уровень рогатки, она становится золотая. И все еще получают по уровню. Шикарно. Так, у меня 890 бусинок. То есть я... А, я здесь все собрал, да? Дальше у нас идет комплект хороших шляп. Тут уже, как мы видим, стоят они соточку. Ну что ж, давай потратим. Так, бомб получает парик. Матильда тоже получает стильную причесочку. Так, весельчаки. Прям как в криминальном чтиве, ё-моё. Так, здесь хипарик такой у нас становится, ред. Так, Чак у нас такой, ну знаешь, я даже не знаю, как назвать-то. Так, шляпа крылатая. И Терренс получает вот такую вот причесочку. И получает у нас рогатка четвертый уровень. Лазурь. Слушай, прикольно, мы получаем еще по одному уровню. То есть по силе у меня ред, да, самый такой бомбический. Ну, тут вы понимаете, дальше я ничего не смогу купить. Хотя здесь сетов в разы больше. В разы больше, да, чем в тех же самых обычных. Но у меня закончились бусинки, поэтому... Так, что у нас тут? Посмотреть видео, сыграть в башню, это все сделано. Подожди, в подвигах. Забрать полный набор шляп. Я получаю 500 перьев на Терренса. Ай, чуть-чуть не хватило, чтобы он получил 14 уровень силы. Ладно, не беда. В общем, сейчас будем смотреть, насколько... Ну как насколько? Рогатка у нас остается рогаткой. Мы просто с вами ее сделали лазурной, да? И она нам прибавила... Не забудь... Что-то как-то там быстро. Что-то не забудь отправить ответный подарок. И что-то такое там было написано. Ладно, в любом случае у нас с вами 32 уровень. Выполняя ежедневные испытания, получает личные награды. Ежедневные испытания. Ну хорошо, уговорили. Давай посмотрим, что вы тут мне за испытания сделали. Так, выбрать магию. Ну давай я выберу пер... Нет, я выберу лучше. А, тут можно хоть все выбрать. Я возьму уточек. У меня их потому что слишком много накопилось. Так, набери требуемый счет. Ага, 450 опыта, я понял. Так, ну что, попробуем сдуть. Вот сюда вот, если мы с тобой попадем, да, где взрывчатка, я думаю, будет самое то. Есть! Неплохо, на самом деле. Хотелось бы, конечно, яблочко получить, но... Так, подожди, очки начислились. Так я уже набрал. Даже перебрал. Так, все что ли? Быстро. А как там по-другому, наверное, нельзя было сделать? Евгений, Александр и Саша Сидоров. Саша Сидоров почему-то в самом низу оказался. У нас был в топе. Так, Chrissy of Prey. По-моему, тут все называются Chrissy of Prey. На самом деле это по-другому его звать. Переходим на 30. Что тут опять засверкало? Что они мне там хотят? Может быть, я еще получил какое-нибудь достижение. Сейчас мы это с вами посмотрим. Так, достижение. Да, что-то здесь у нас светится. Погоди-ка, я не вижу здесь ничего такого. Пройди ежедневные испытания. А, вот, собери яблоки. 15 гемов. Спасибо. Кстати, зачем мне нужны гемы? Ребят, я хочу здесь поменять. Ну, какой я, к чертовой бабушке, Дэш Андерсон? Я же Рэй Моррисон, но никак не Дэш Андерсон. Поэтому сейчас я и поменяю. Для этого мне нужно, естественно, 100 самоцветов. Ну вот, совсем другое дело. Вот так вот должно величать меня. А то какой-то Дэш Андерсон. Ну, а мы с вами продолжаем нашу кампанию. Так, получен 10 уточек мне дали еще, что ли? Что-то каждый раз дают. Что, прям ежесекундно меня подарками прям там забросали. Ладно, неважно. Мы с вами продолжаем. Я возьму уточек. Смотри. Так, здесь яблочко у нас есть. И... Ну, давай возьмем троицу. Хотя, вообще, зачем нужна троица, если они не могут ничего пробить, они какие-то слабенькие. Так, нам надо вот сюда попасть. По возможности. Опа! Шикарно я сделал на самом деле. Так, дальше у нас идет троица. Ну, давай троицу потратим. Я, правда... Вот я не знаю, какой от них толк. Ну, что они сейчас? Проверим давай.
Ага, ага, ну здесь... Здесь довольно неплохо они сработали. Ну довоните вон ту свинь... Так, ну что же, Матильда. Только ты мне здесь поможешь. Это единственная птичка, которая может... Вот так вот сделать. Переходим на второй этап. Смотрим. Угу, угу. Ну, в принципе, не дурно. Не дурно. Сейчас мы попробуем Терренсом. А почему бы нет? Терренс очень даже хорош. Погнали, погнали, погнали. Так, мы получили карточку на Терренса. Слушай, а Чак? Что здесь может сделать Чак? Сверху, если только пробить. Ай! Смотри, смотри. Этот в ведре. Этот в ведре умудрился выжить. Да как так? Ну-ка. Терренс, подожди, не надо. Давай мы с тобой вот так вот напрямки бомбанем. Давай так. А этого ханорика-то... Есть, он улетел. Все. У нас получилось с вами пройти эти уровни. Давай ускоряться. Счет. О, 2 миллиона 640 тысяч. Это круто, на самом деле. Получили яблочко. Евгений, Вов, Данилов и Реймор. Неужели я зашел в тройку? У нас с вами... Да, все понятно, все понятно. У нас с вами 34-я миссия. Кстати, на 35-й будет поджидать босс. А после босса у нас открывается новая с вами карта. Вот это прикольно. Так, выбрать заклинание. Слушай, а что я выбираю, не выбираю, я ими даже не пользуюсь. Ну, хорошо, давай возьмем опять же уток. Ага, ага, сидят довольные здесь, да? Смотри-ка. Кстати, я серебрянкой не пользовался. Что она делает, я не знаю. По-моему, она как бумеранг вроде бы, да? Я могу ошибаться, проверим. Что сейчас было? Что-то не понял, что сейчас было. Я запустил ее, нажал и... Воу! Шикарно. Вообще великолепно получилось. Так, переходим на второй этап. Смотри, а, я думал, что держится здесь на одной опорке. Нет, ну что, бомб. Нам, наверное, с тобой надо поработать здесь маленько. Давай попробуем сделать вот так вот. Ну, ну, отлично, отлично. Значит, нам остается подбить вот эту вот свинюшку, которая здесь у нас прячется. Как нам это лучше сделать? Что-то взрывается все. Матильдой. Да, можно, в принципе, сделать это Матильдой. И вот таким вот образом это получится. Да ладно! Ну, по голове ему. Есть. Досталось. Я думал, что он избежит наказания, но ничего подобного. Так, какашка появился здесь. На третьем месте. Давно его не было. Ну что? Так, отличное предложение за 69 рублей. Да вы достали уже меня с этим предложением. Кстати, я скоро уровень получу. Бамбуковый лес впереди. Заяйцованные леса. Вот это название. Почему не зайцевые, а заяйцованные? Узнаем потом с вами, попозже. Ого! 4 этапа. Так, что же делаешь ты, серебряночка? Давай проверим. Кстати, там сундук, друзья мои. Ну, запускаем. Ой! А, я не знал, что она вот так вот делает. Слушай, мне хотелось бы, конечно, получить вон тот сундук. Но, по ходу дела, мне это не светит, да? Погоди секунду, неужели здесь надо Терренсом бомбить? Скорее всего, да, придется им, наверное. Ну, проверим. Ну, я удивлюсь, если эта свинья выживет. Она выжила. Эта свинота, ребята, выжила. А как мне, извините? Трындец, а как я теперь должен? Вот так вот, что ли? Ну, давай попробуем. Есть, я подбил. Блин, конечно, хотелось бы мне схватить вот этот сундучок, но ничего не вышло. Я перехожу на второй этап, у меня уже птичков намного меньше. Так, золотая свинья, это хорошо. Бомб, начнем с тебя. А, вот здесь как раз взорвемся с тобой. Золотая свинья получена. Давай, 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 давай. Да как они выживают, а? Матильда, ты уж извини, но придется поработать. Да не надо так.
Как она летит хреновенько, а? Терренс. Блин, Терренс таким образом просто перелетит у нас. А если мы так его запустим? Да. Завис, да, в воздухе? Слишком тяжелый. Слишком тяжелый у нас Терренс, ребята. Надо вот так тогда брать. Проверим. Ну, фиг там, да? По-моему, фейлимся. Что-то у нас с вами не выходит ни шиша. Да ладно тебе. Возьмем вот такой вот радиус. Подбил. Но у меня больше нету, как говорится, птичек. Поэтому мне на третьем этапе делать нечего. Опять золотая свинья здесь. Все, птички у меня закончились. У меня и гемов нету. Но я могу за видео получить птичку. Попробуем. И мне дали да, синюю троицу. А толку-то от них? Вот толку мне от этой синей троицы? Вот скажи, пожалуйста, а? Даже не подбили ничего. Они слишком слабые. В общем, друзья мои, вы сами прекрасно понимаете, что здесь я сфейлился. Поэтому придется мне этот уровень перепроходить. Я вам отомщу, я вам сейчас отомщу. Минус одна жизнь. Слава богу, у нас их хватает. Так что давайте переигрывать этот уровень. Сейчас я буду немножко аккуратнее играть. По возможности правильнее. Так, здесь вот у меня были недочеты. Вот так попробуем. Ну? Да давай ты лопайся. Падай, есть. Фух, тут хорошо у нас получилось. Все идеально. Всех свиней подбили, переходим на второй этап. Так, вот здесь у нас были небольшие проблемы, да? Что нам здесь сделать? Я, честно говоря, не понял, что делает серебрянка. Она какой-то там кульбит делает. Ну? Давай. Есть. Две попытки, и все очень удачные. Вы сами это видите. Переходим с вами на третий эпизод. Ага, здесь у нас каменные строения. Как быть-то нам, даже не знаю. Возьмем, попробуем. Что ты делаешь? Что она делает, ребят? Она какой-то... Давай проверим. Запускаю я ее. Ага. То есть она как-то вот так вот летит и вниз потом бомбит. Не хотелось бы, конечно, тратить Терренса, но, по-моему, у меня нету выбора. У меня нету выбора. Ну что, Терренс, полетели. Надеюсь, ты своим телом сможешь пробить. Да. Отлично. Отлично, друзья мои, получилось все. И мы переходим с вами на последний эпизод, где, по идее, должен у нас быть босс. Где он тут приземлится? Куда его высадят? На самый верх. То есть наша основная задача его сейчас подбить. Так, Чак. Чак. Попробуем, наверное, с тобой прям в торец ему сейчас зафигарить. Давай, лети. Пускай его тут побросает везде. Блин, ну почему эта вся ерунда на него не упала, а? Так, Матильдочка, наверное, нам придется с тобой сбросить на него бомбочку. Да блин, ты посмотри. Так, как вот рассчитать вот эту вот серебрянку? Как вот ее рассчитать? Тьфу ты, неудачный расчет. Ну что, бомб? Тихо. Есть, ребята, мы выиграли. Он просто провалился. Я сам даже не ожидал этого. Ага, смотрите, грустный-то какой. А мои птички веселые, как, в принципе, я. 11 миллионов, прикинь, получил Евгений очков за прохождение этого уровня. Что такое? Опять этот злой повар.
Мы же его наказали, он опять откуда-то взялся и опять похитил яйца. Ладно, друзья мои, мы сейчас переходим с вами на новую, по идее, карту. На бамбуковый лес. Чего тут 599 рублей? Да, тут, конечно, не кисло все, но играем без доната мы с вами. Так, а мне нравится. Мне нравится. Так, мы еще с вами зарабатываем новый уровень и 100 пюрышков. Это, по-моему, на серебрянку, ведь так? Да. Слушай, ну, к серебрянке, честно говоря, мне надо привыкнуть. Вот к ее манере игры. Она делает какой-то круг. Я, правда, не знаю, зачем она делает вот такую вот кульбит, или как это назвать, вертушку такую. В чем прикол? Напоминает мне вот как вот яйцо у нашей Матильды летит напрямую, да, бомбит. Она то же самое делает. Так, ну, на всякий случай, давай возьмем с вами уточек. Я, правда, их не использую, а они все равно, ребята, тратятся. Так, ну что, у нас здесь вот это вот, вот веселая троица. Ну что от нее толку? Ну давай попробуем вот здесь вот. Вот сюда вот бомбанем. А они шарики, что ли, могут лопать или что? Что-то типа того. Так, Ред, давай мы с тобой... Как-то, я не знаю, мы сможем с тобой пробить вон ту деревянную подпорочку, а? Смогли! Мне нравится, когда вот эти огромные постройки падают. Во-первых, мы получаем с вами очень много очков, да? Ну и во-вторых, все это красочно выглядит. Так, построили следующую базу. Угу. Здесь зонтик, видимо, отбивает, да, меня? Тут ракета. И все-таки надо как-то разобраться с этой серебрянкой. Попробуем. Так, предположим, да? Угу. Ну да, просто летит вниз, как вот яйцо у Матильды. Что-то они тут радуются. А я вот так вот сделаю. Жесть. Посмотри, этот бедный заволновался аж. Ну я его сейчас накажу. Вот таким вот образом. Я прям вот так вот сделаю. Получи, свинотник. А, тут уже 4 эпизода. А я тут радуюсь, думаю, 2 эпизодика сейчас пройдем. Надо будет поэкономнее с птичками-то. Третий эпизод. В домике, да, все дела. Слушай, а что мы сделаем? Перец. Уточки. Ну давай запустим уточек, так уж и быть. Ну я сомневаюсь, что они тут, конечно, что-то могут разбить. Хотя, зря я сомневался. Уточки нам очень хорошо помогли. Так, что у нас здесь? Давай посмотрим. Ух, постройки-то какие. Так, Матильда. Нет, Матильда. Слушай, я не знаю, давай перец, может быть, запустим. Но? Ну почему именно с верхнего там? Почему не нижнего? Хотя подожди. Подожди. Ай, здесь. Здесь не зацепили мы с вами ничего. Но у нас есть бомб, который может эту ситуацию нам исправить. Ё-моё, красиво-то как. Ну что я тебе скажу, мы прошли с вами этот уровень идеально, причем. Сколько это? Почти 4,5 миллиона получил, да? Но я все равно сюда не ушел. 15 лямов, 14 лямов. Ярослав 11, почти 12 миллионов. И мы переходим с вами куда? Понятно. На 37 уровень. Давай, беги. Почему-то каждый уровень мне дают гемы. Неужели он мне все отстегивает или это как-то автоматически? Так, я возьму на всякий случай здесь метель. И возьму пистолетик. Метель и пистолетик. Так, и как раз, наверное, метель. Смотри, у них там на соплях держится база-то. Значит, если я сюда запрыгну, я отсюда должен вылететь. Давай вот этих наших весельчаков. Я даже не успел раскрыться, если честно. Я хотел... Хотя, подожди. Да ладно. Блин. Тогда мы сделаем с тобой вот таким вот образом. Адьюс, амиго. Так, третий эпизодик. Точнее, второй эпизод, что я? Какой третий эпизодик уже? Вперед, батьки. Так, если я сюда запрыгиваю, мы отсюда вылетаем, да?
И это нужно, наверное, делать редом. Так, вот сюда. Вот сюда, вот, да, будет самое идеально. Блин. Не идеально получилось, кстати, я тебе скажу. Совсем не идеально. А вот теперь круто. Последний эпизод. Так, а почему здесь два телепорта? Ну, давай сделаем, во-первых, метель. Что, что, сразу заскользило, да? Заскользило им там. И куда? Если я, например, свою серебрянку запущу сюда, я появлюсь там. Вот так вот будет идеально, я думаю. В яблочко. Слушай, ну метель на самом деле круто. То есть она все вот эти вот каменные, деревянные, да, подпорки превращает в ледяные. То есть они становятся хрупкими. И это очень круто. Так, переходим на 38 этап. Кстати, здесь у нас орел что-то делает. И ключик. Вау, до ключика мы обязательно сегодня должны добраться. Поехали. Просто у меня вот эти вот все основные птички открыты. Там есть еще дополнительные. Так, возьму-ка я, наверное, уточек. Так. Слушай, а здесь неплохо было бы применить уточек. Но, видишь, мне их не дали, к сожалению. Пока. Музыка такая расслабляющая, прикольная. Так, ну если я, например, сделаю... Пробью, не пробью, попробуем. Ать, кисленько получилось. Слушай, давай-ка роднулечки мои, вон туда вот. Вам там самое место. Ядрить такой. Слушай, ну красиво тут сделано все эти взрывчики. Мне нравится, на самом деле, очень нравится. Вообще стилистика игры просто великолепна. Я надеюсь, многие мои подписчики согласятся, что Angry Birds 2 все-таки на высоте. Очень много, как бы, сделано поправок от первой части. Все очень хорошо и классно. И анимации, и физика, все отлично. Так, ну что же, давай посмотрим, что у нас тут. У нас три, кстати, эпизода, я в данный момент на втором. И совсем мне не нравится, что здесь каменные постройки. Музыка, блин, прикольная. Очень прикольная музыка играет здесь. Ну. Ага. Ага. Отлично, по красоте. Ой-ой-ой-ой, ты смотри, смотри, как получилось-то все. Просто шикарно. Смотри, что. Такой, знаешь, эффект замедления, как в Матрице. Прикольно, очень круто. Так, переходим с вами на третий, последний эпизод. И посмотрим сейчас, как тут они расстроятся. Так, у нас свиньи уже какие-то, ну, в скафандрах, я так понимаю. Уточек можно, в принципе, давай попробуем уточек запустить. Посмотрим, насколько они нам здесь помогут. Так. Такой дождь из уточек. Слушай, ну как бы тебе сказать, не особо сильно, конечно, помогло. Но я думаю, что бомб. Ну-ка, давай. Вот сюда нужно, чтобы вот тут вот постройку вот эту уничтожить. Ну, как этот охламон вышел-то, а? Если я, например, вот сюда вот прыгну, прям должен разбить его. В яблочко, правильно написали, в яблочко. Так, неужели я зашел здесь в тройку? В тройку лучших. Лучшие игроки. Приятно себя видеть в этом. В лидерах, пускай даже на третьем месте. Ну что, поехали дальше. Нам еще один уровень, да? Или подожди, что у нас тут? Стань лидером своей стаи. Опять они мне эти донатики. Что вот этот за орел? Ты разблокировал тренировочный лагерь могучего орла. Так, это что-то у нас новенькое открывается. Давайте посмотрим, что это еще за тренировочный лагерь могучего орла. Вот он здесь открывается. Так, подожди секунду. У нас с вами, по-моему, ага, ящик созрел. 10 бусинок. Ладно, пускай будет. Пускай будет. 10 бусинок, у нас уже 200. На пару шапочек нам хватит, да? И давай посмотрим, что это за лагерь могучего орла. Мне лично очень интересно.
добро пожаловать в тренировочный лагерь Могучего Орла. Каждый день проходи тренировку, чтобы стать лучше всех. Заработай очки Могучего Орла, поставив личный рекорд. Очки Могущественного Орла улучшают твою рамку. После окончания сезона рамка превратится в монеты Могучего Орла. Играй, чтобы стать одним из первых метателей в таблице лидеров. Рамка. Ну давай посмотрим. Я надеюсь, меня тут законнектят. Ошибка подключения. Какой проверь подключение? Все у меня там хорошо с интернетом. Посмотрел, называется, ребята. Тренировка Могучего Орла. Я не знаю, в чем проблема, но вы увидите, меня туда не пускают. Обидно. Зато донаты. Донаты только вон летят. Так, ладно. Погнали дальше. Погнали дальше. Блин, в общем, короче, улучшаем рамку свою. И у нас уже босс. Мы уже добрались с вами до очередного босса. До принца. Ну, по-моему, там был повар. Так, сколько эпизодов? 4. Блин, нужно, друзья мои, очень аккуратно здесь играть. Аккуратненько играть. Это, наверное, бесполезно, да? Так я не сдую. Но я рискну. Так, неплохо, в принципе, друзья, неплохо. Но вот... Ах ты! Один гаденыш что-то выжил. Если я возьму Матильду и запущу туда, куда я смогу вылететь? Мне даже не показывают, куда я смогу вылететь. Тогда не будем с вами рисковать, а просто-напросто сделаем... Сделаем вот так вот. Отлично. Красиво. Так, второй эпизод. Угу. Даже так они, нифига себе тут... Оккупировали территорию. Давай, наверное, с тобой... Погоди, это бесполезно. Мы с вами внизу подобьем, а эти-то у нас так и останутся здесь. А если мы сделаем... Так, Чак, попробуем с тобой сделать вот таким вот образом. Ага. Слушай, это какая-то гравитация. Вначале все идет вверх, потом вниз. То есть ты понял, да? Мы разбиваем... Как бы оно влет... Как тебе сказать? От взрыва вначале наверх притягивается, потом резко падает вниз. Так. Это, конечно, прикольно, да? Валун, все дела. Ну что, попробуем? Попробуем, конечно же. Бумс. Ну что же, переходим с вами на последний эпизод. Здесь у нас должен быть босс. Куда его высадить? Наверное, вот где-нибудь вот сюда. Сюда его, да? Ну, естественно. Так, повар. Повар, да, значит. Смотри-ка, наверху там чувак какой-то интересно, странный очень. Ну-ка, если я, например, его... Что? А что он сейчас такой... А, он с пушкой, ты прикинь, он подбил. Ну-ка, если я так сделаю. Лети к ядрене фени. Угу. Это бесполезно было, да, его подбивать, получается. Хорошо. Давай тогда, наверное, мы с тобой сделаем. А как тут лучше-то сделать? Ну, если я по нему бомбану, да? Ох, ничего себе, Терн, сколько ты урона ему нанес. Потихоньку его там бомбит. Так, а если мы с вами серебряночку запустим? Вот туда. Есть! Слушай, ну здесь серебрянка очень хорошо мне помогла. Она так сделала кувырочек и подбила как раз босса. Ну, в лидерах, конечно, меня здесь нету. Но у нас опять этот бородач-усач похищает яйца. Так они будут друг друга сменять постоянно, да? И постоянно мне будет надо их догонять, постоянно их наказывать каждый раз в этих миссиях. Ну, а мы с вами зарабатываем ключик. Так, подожди, на 43 уровень улетает бородач. Мы с вами забираем ключик. И кого же я могу открыть этим ключом? Кого? В
Все птицы основные у меня открыты. Я сейчас посмотрю. Так, ну давай, погружайся. Да что ж ты будешь делать-то, а? Так, приготовься к битве. Зарегистрируйся для участия в битве кланов. Ну давай. Кланы станут доступны на 47 уровне. А чё ж вы тогда мне пишете-то, господи? Зачем? Поиздеваться надо мной, что ли? Так, забрать, собери 25 звезд. Собрал, забрал. Все, да, на этом? Подожди-ка, друзья. Найди ключ дополнительной птицы. А те ключи, которые я нашел, это, походу, не то, что ли, получается? Так, использовать. Нет, мне больше нравится вот этот вот. Он дает 25, извини меня, к силе. Кстати, так можно на каждую птичку посмотреть, ведь верно же? Так, здесь у нас... А по ходу дела самые лучшие уже автоматически сами по себе ставятся, да? Вот так получается, то есть мне не надо... Ну да, самые лучшие выставляются в автоматическом режиме. Понятно. Так, что у нас, ребята, там происходит? Давай-ка глянем. Ну, в принципе, до босса уже и недалеко. Тут опять же ключик. Чирикающая лощина. А вот это, наверное, уже ключик специальный, скорее всего. Ну что, друзья мои, наверное, на этой ноте мы с вами будем заканчивать эту серию. Мы обязательно вернемся в эту игру и продолжим с вами играть. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.